думаю, что эта выставка интересна. Интересна тем, что она отражает в высшей степени название фестиваля «Традиции инноваторства», «Традиции современности». Это выставка современных художников, которые действительно переживают традицию как вещь абсолютно актуальную для творчества. И в этом смысле эта выставка достаточно репрезентативная. Я думаю, то, что на этой выставке соседствуют вещи актуальные, концептуальные, и вещи, которые написаны в традиционной манере, с моей точки зрения, очень важно, потому что это создает тот контекст, в котором живет современный человек, где традиция и такой радикальный подход к искусству соседствуют. Особенно это характерно для нашей жизни, где как бы все в транзите, все в переходе, все в движении. Я думаю, что эта выставка отражает в сегодняшней мере время в высшей степени. Выставка – праздник, выставка – это дерзость, выставка – это продолжение радости в нашей стране, в стране. Но есть страны бизнеса, есть страны энергетики, есть страны королевские, а у нас страна культуры. Это торжество нашей страны, когда торжествует культура конкретных, прекрасных, разных мастеров. Так что спасибо, что это шестой раз есть. Я был на первом самом фестивале, и сегодня продолжается радость. Все больше и больше представителей стран СНГ участвуют в этой выставке и вообще в мероприятиях, которые проводятся в странах СНГ. И этому способствует фонд гуманитарного сотрудничества, который я имею честь возглавлять, как председателем управления. Мы поддерживаем эту выставку, потому что это очень важный интеграционный момент вот на пространстве бывшего Советского Союза. Ни для кого не секрет, что все-таки в Советском Союзе была очень сильная художественная школа, художественное образование, были выдающиеся мастера кисти. И эти традиции надо продолжать, потому что любая культура в изоляции, она, ну, как минимум, зачахнет, а как максимум погибнет. Поэтому очень важно, чтобы творческие люди имели вот такие площадки для общения, для того, чтобы показать свое творчество, для того, чтобы узнать, что творится рядом, у соседей, как работают другие. Поэтому трудно переоценить значение вот таких выставок, таких мероприятий, учитывая, что это в таком престижном зале, как Манеж, в центре Москвы, которая является одним из культурных центров, одной из культурных столиц всего мира. Поэтому я думаю, что год от года будет, наоборот, приобретать еще большую значимость, еще больше размах. Я желаю организаторам очень больших, значимых успехов в этом очень трудном и хлопотном деле. Сегодня для художников многих стран, около 30 стран участников здесь, на этой выставке, вы знаете, большая радость встретиться на этой международной выставке. Художники Москвы, Ленинграда, Санкт-Петербурга и других регионов России соседствуют с работами художников из различных республик, из различных регионов мира. Это замечательно. Здесь вот выставлены работы художников, вернее, балетмейстера Васильева, замечательного нашего деятеля культуры. У него замечательные работы, очень интересный художник. Вы знаете, наряду с балетом он всю жизнь писал картины. И это огромное счастье. Здесь работы Наумова Володя. Это кинорежиссер, который снял «Тегеран 43» и снял фильмы «Берег» и многое другое. Я хочу сказать, он ведет фестиваль искусств по линии кино. Сегодня он тоже участвует на этой выставке, как художник. Это люди, которые живут искусством. Поэтому здесь многие художники, академики, молодые художники и художники из различных вот, бывших советских республик. Это огромное счастье, что есть у нас площадка, где мы можем встретиться на выставке и обменяться творческим опытом и пожать друг другу руку. Это международная выставка. Сегодня участвует около 30 стран на этой выставке. И огромное счастье, что Манеж
собирает такую элиту, и особенно молодежь на этой выставке. Здесь участвуют работы Чемякина, здесь участвуют работы наших балетмейстеров Васильева. Это у него хобби, он замечательный художник. С другой стороны, здесь работы Владимира Наумова, кинорежиссера, замечательного художника. Поэтому мы рады, что вот этот манеж собрал вот всех наших друзей, которые живут изобразительным искусством. Огромное счастье, что сегодня сложное время, все кризисное время. Я хочу сказать, то, что художники работают, то, что художники делают, это огромные ценности они создают во имя будущего своего народа. Искусство объединяет многих. И я рад, что я участвую на выставке рядом вот с представителями вот 30, около 30 стран участвуют на этой выставке. Это замечательно. Поэтому выставка дает, знаете, огромный импульс. Это дух творческого соревнования, это дух единения, это дух взгляда в будущее, это взгляд, знаете, и в прошлое. И я хочу сказать, что это замечательно, что мы встречаемся. Встречаемся и всегда говорим об искусстве, говорим о задачах нашего и российского искусства, и международного, и стран СНГ. Это огромное счастье. Поэтому, встречаясь здесь, мы смотрим в будущее.